Коллеги, наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Tech. И рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Анна Тищенко, генеральный директор Spark Калининград. Расскажите, пожалуйста, у нас очень много интересностей на выставке, есть какие-то новые IT-решения, есть очень интересная деловая часть. Какую часть нашей выставки вы уже успели охватить? Мы сегодня посетили три направления. В современном бизнесе, ритейл-бизнесе, очень важно найти решение для автоматизации процессов, чтобы минимизировать влияние людей на результат. Или минимизировать в каких-то моментах, либо сделать оптимальным, эффективным принятие решений теми же самыми людьми, но на более широкие, значимые показатели. Поэтому данная выставка для нас интересна тем, что здесь мы можем сразу сравнить несколько решений по каждому направлению, по каждому процессу, послушать спикеров, сразу получить обратную связь от тех, кто что-либо внедрил и уже имеет опыт, и таким образом выбрать для себя наиболее интересное, наиболее подходящее для нашего, да, конкретно для нашей сети. И подскажите, предыдущий год пандемический, он был необычным для всех. И вы, как представитель ритейла, расскажите, IT-индустрия вот в нашем цехе, она поднялась за это время? Автоматизация и убирание человека с каких-то позиций дало какой-то свой результат? Развивается ли сейчас дальше? Пандемия сняла, наверное, недоверие и доказала, что надо уже ускоряться. Как сегодня говорили в некоторых сессиях, да, номер один – это скорость, да, номер два – это технологии, с которыми мы можем это внедрять, ну и, конечно, время, скорость, даже люди, с которыми мы это вместе делаем. Поэтому пандемия именно показала нам, что надо самое плохое решение – это решение, которое ты не попробовал. Поэтому если это стоит недорого, или, грубо говоря, соответствующие возможностям твоего бизнеса, надо пробовать. Хуже, когда ты стоишь на месте и ничего не предпринимаешь. Надеюсь, наша выставка подарит новые интересные знакомства. К нам приходят разные спикеры, предлагают разные продукты для автоматизации бизнеса. И надеюсь, кто-то предложит что-то наиболее интересное для вас, и вы это сможете попробовать у себя, чтобы конечный пользователь тоже по достоинству оценил усилия и ритейл-рынок в целом поднимался. Какие-то пожелания, может быть, всему рынку вы хотели бы сказать на следующий год? Знаете, я всегда говорила, знаете своих конкурентов. Я очень настораживаюсь, когда любое решение или любой бизнес говорит, да, о том, что у меня нет конкурентов. Конкурентов надо знать. Даже если вы сильно отличаетесь, и вы номер один, все равно где-то далеко есть номер два и номер три. Надо знать, следить, потому что в современном мире скорость, как я сказала, это номер один. И не исключено, что кто-то наберет скорость и перегонит вас буквально завтра. Поэтому мы всегда смотрим на все решения через призму 2-3 альтернативы: функциональность, стоимость, окупаемость. И я уверена, что если все будут понимать, да, что нужно для того бизнеса, для которого вы делаете свои продукты, то мы быстрее будем находить друг друга. Спасибо большое. Я желаю вам удачи. Надеюсь на встречу на выставке в следующем году. Спасибо. До встречи. До свидания.